Иди, Мишка, не дергайся. И поговорить. Руки медленно на руль. Ствол не опустишь? Нет. Повезешь пленных в Зарю, быть беде. Каких пленных? Какую Зарю? Ты не прикидывайся дурачком, Миша. Вы думаете, там пару человек завербованы? На самом деле там все подготовленные диверсанты. И Вагнеру необходимо, чтобы вы их привезли именно туда. Проблема в том, что я не верю ни единому твоему слову. Ты бандит. Ты в розыске. Сидишь тут, тычешь в меня пистолетом. Хочешь, чтобы я тебе поверил? Ты поверь мне на слово. Да, я в розыске. Но я не сбежал, я здесь. Почему ты не сбежал, я не знаю. На дурака ты не похож. У тебя есть цель, которая мне неизвестна. Может быть, ты хочешь всех спасти, а может быть, ты Вагнер. Под твою дудку я плясать не стану. Что ты знаешь о моих родителях? Да ладно тебе, я знаю, что ты рыл на меня в архивах. Ничего не знаю, ты же детдомовский. Да, это так. Только в детдоме я и года не протяну. Сбежал. Потом прилип к одной шайке. Однажды стоял на стрёме. А потом попался. А человек, который меня поймал, не сдал меня в милицию, а привел к себе домой. Поднял меня, вырастил. В общем, сделал из меня человека. И как его зовут? Убили его. О его смерти я узнал от тебя. Здрасте. А это кто? Это со мной. Оружие. Все здесь. Точно как в аптеке. Машины мы не договорились. В 33-м наша контрразведка получила информацию о том, что в Москву переброшен немецкий резидент под псевдонимом Вагнер. Сразу стало понятно, что Вагнер среди своих. Я имею в виду высший эшелон разведки. Вопрос, кто? И тут понадобился человек со стороны. Так моего отца перевели из Ленинграда в Москву.
Он был одним из тех, кто искал Кратта. В 35-м наши взяли немецкого агента. При нем были документы на имя Александра Сазонова. И Петров подменил агента тобой. Умница, Миша. Умница. Дальше ты все знаешь. Школа милиции, служба. Вот с тобой, дураком, подружился. Ты был двойным агентом с 35-го года. Я был одним из многих. Связь была строго засекречена. Никто никого не знал, указания получали вслепую. Я должен был передавать немцам рядовые сведения. Настроение среди граждан, назначение в милицию. Схема города и многое другое. Такой был план. Стать незаменимым для немцев и приблизиться к Вагнеру. В 43-м нам это удалось. Я получил задание. Руководить диверсионными тройками. А указания получать от самого Вагнера. Так появилась мертвая голова. А я стал еще одним человеком в игре под псевдонимом «Художник». Вы вышли на Вагнера? Нет. Но мы были очень близки. Я думаю, отец догадался, кто он. Но Вагнер его опередил. Кто-то может все это подтвердить? Нет. У отца в сейфе была папка, мне было все. Вагнер ее забрал. И куда, по-твоему, я должен повезти этих пленных? На Таганку. На это нужны санкции. Ты можешь хоть раз в жизни сделать что-нибудь не по инструкции. Ты сам подумай. Если я прав, то они попадут в ловушку. А если нет, то ничего дурного не случится. Вот, возьми. Здесь московские адреса, по которым должны произойти диверсии. Рад был повидаться, Миша. Говорят, троих чекистов прямо там завалили. Еще один в больничке. Да. И Ефимыч тоже. Но этому тоже давно пора было. Дракон. Гость к нам. Мусорок этот недобитый. Ну, который еще с Люсей. Свободен. Как скажешь. Пусть заходит. Никак слово свое мусорское сдержать решил. Хочу при людях с тебя слово взять. Ты мне Люся, я тебе общак. Слово я даю. Пансионат Заря за Мытищами, знаешь? Так вот, от него к северу 3 километра. Старая фабрика, там большой ангар. Общак сейчас там. Но к вечеру его увезут. На подставу похоже. Так ты отправь своих. Пускай поглядят, осмотрятся. А то ты думал, что я вообще к тебе сам лично принесу. Вот это основной инициатор. Ваша задача
разместить дополнительные заряды четко по этой схеме. Вот здесь, здесь и здесь. После запуска у нас будет 10 минут, чтобы подняться наверх. Это понятно? Угу. Через час встречаемся с нашими гостями. Все, грузимся. Охрана есть? Общак там? Как я тебе точно скажу? Я ж тебе говорю, охрана там кругом. Мусор, сука, воду мутит. Подстава это. Точно чую. А если общак там? Рисковать надо. А ты мне сейчас решил совет дать? Шершавый, охрана на тебе. Все, погнали! Сергей, проверь. Этого. Уходим живо. Thank you.
мужики! Все подошли ко мне. Значит так, план изменился. Мы едем другой дорогой в другое место. Куда едем? 30 человек группами едет в Москву по этим адресам. Действовать строго по инструкции. А остальные? Остальные со мной, в Измайлово. Получить оружие и новую вещь. Выполнять. Предыдущий КПП где? На 48-м километре? Так точно. Звоните туда. Думаешь, с маршрута сошли? Да уж просто опаздывают. Надеюсь, что так. Стоянки добро дали? Конечно. Ждут. Не могут они просто так на 15 минут опаздывать. Случилось что-то. Ну что там? 48-й не отвечает. У меня вот здесь знакомые есть, нам бы только теперь добраться. Мы же с тобой теперь оба ничемной масти. Ни рыба, ни мясо, ни мундир, ни рез. Я всю жизнь свою бегу. Имена меняю. Так и все, кто со мной был, все. Так и ты пропадешь. Не одни, так и других. Уедем, Саша. Уедем. Можно я с тобой? В Семеновском сквере в 5 часов. Приходи. Оттуда и рванем в твою Одессу, да? А вот и омут. От меня уйти трудно. Кто? Сколько человек? Куда поехали? Измайлова. Вызывай наряд и скорую. Потерпи, дружище, потерпи. Осторожно. А то сами взлетим на воздух.
Никого нет. Где сержант? Товарищ сержант, я из опорного. Поступил сигнал, сказали срочно. В котельной в Измайлово произошла стрельба. Видели, как человек 10 вооруженных вошли туда. Приехали на полуторке. Вы двое со мной. Ты что здесь делаешь? Здоровый язык поступил. Рассказывайте. Они вон на той полуторке приехали. Все вооружены. Зашли в бомбоубежище. Там 2 выстрела было. И с тех пор тихо. Давно? Около часа назад. Кто-то оттуда выходил? Нет. Что там? Питьевой лист на пансионат «Зарю». Это они. Кто-то их предупредил. Сазонов. Вы остаетесь здесь, остальные за мной. Охрана убита. Ну и где они? Не могли же они сквозь землю провалиться. Могли и провалились. Не стреляй! Теперь ты ему веришь? Тихо, подожди, Леша. Это не я убил Ефимыч, а Костров. И он сейчас здесь. Миш, посмотри в моей куртке в правом кармане. Что это? Это карта туннеля строящегося метрополитена. Диверсанты искали входы в эти туннели через вентиляционные шахты и люки. В этом месте недостроенная станция метро. Еще в начале войны ее переоборудовали в бомбоубежище. Вход в нее вон там. Ты можешь держать меня на мушке, но я все равно пойду с вами. Хлопушка, чтобы вся цепь сдетонировала. Оно, конечно, благое дело весь Кремль пустить под землю по самые часики. Но очень уж хотелось бы им еще и братскую могилку устроить. Вась, не сомневайся. Красные в 41-м сами планировали на случай сдачи города метро затопить со всей Москвой вместе. А у меня их планы. Значит, доведем до ума их же задумочку. А кто ж такой добрый-то? План маме-то поделился. Хорош языком чесать. Шевелись. Диверсанты искали другие ходы, люки, вентиляционные шахты. И вот что интересно. Эти карты, схемы наверняка засекли. Это каким образом они попали в руки диверсантов? А, Миша? И куда они пошли? Куда угодно. А я тебе скажу, Мишень. Откуда они знают про Таганку?
Ты же понимаешь, что их кто-то предупредил? Понимаю. А про Таганку знали только Ткачук, я и ты. О как. Нам нужны люди и полноценная карта. Оставайтесь здесь. Я на Лубянку. Ткачук за главного. Ну так мы все пропустим? Даже не думай. Рудаков сказал ждать его здесь. Ай-яй-яй-яй-яй, ну где же вас такие делают-то все? Прям под копирку. Вас что, в ГБ не учат своими мозгами думать? А? Костич, ты погляди. Нет, Саня. Со мной твои фокусы больше не пройдут. Да какие фокусы? У них бомба. По Москве может взлететь на воздух. Делать-то надо что-то, мужики. Сдать оружие. Сдать оружие. На. Тихо, 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 мужики. Не шалим. Стволы на пол. На пол стволы! Лёха, клони. Карту и ствол. Карту и ствол. Стоим. Тише. Я за ним. Рудаков сказал. Я заладил ты со своим Рудаковым. Сергеевич. Что, Миша, что случилось? Москва в опасности. Нам нужны карты, нужны люди, надо срочно всех поднимать. Рудаков. Я. Выдохните. Я трезв. Операция «Лазарет» вышла из-под контроля только что. В Измайлово около 50 диверсантов спустились под землю. Их там уже ждет оружие, и одному богу известно, куда они направляются. Бога, Миша, уже 25 лет как отменили. Это точно? Точно. Они же должны быть на Таганке. Кто-то их. А вы тоже знаете про Таганку? Знаю, Миша, знаю. Если бы я не знал, вы бы, Миша, давно уже сидели за преступное самоуправство. Скажи спасибо Ткачуку, что поставил меня в известность. Ладно, Миша, об этом позже. Сейчас возвращайтесь в Измайлово. Времени очень мало. Всю операцию я беру под свой контроль. Это ясно? Ясно. Исполнять. Есть. Сазонов где? Ушел туда. Как ушел? Я пытался его остановить, но он вырвался. А Костенко? И Костенко тоже. Буря. Ты один? Скоро буду. Кривцов все под личный контроль взял. Какого черта ты рассказал ему про Таганку? Так инструкции. Фу.
Кирпич. Леха, у меня нет времени с тобой возиться. Они впереди. И уже закладывают. Похоже, часовые. Откуда знаешь? Видел. Сколько их там? Много. Ты со мной? С тобой. Пока. Потом отдельно поговорим. Поговорим. Если живы останемся. Ну ты уж постарайся. Все, на. Кого-то ждете? Можем. Ну, главное, живой. А там войне конец. Продолжай работу. Остальные за мной. Все оставаться на своих местах! Открывай огонь на подозрение в случае неповиновения! За мной! Погоди, Кривцов. Догонит, мы выиграем ему время. За мной! Часовой. Мы где-то под Кремлем. Нужно ее выносить, пока не поздно. Ну что, вперед и с песней. Качук. Thank you.
Запускаю. Бросай оружие, все кончено. Это с вами кончено. Что делать? Импровизировать. Сколько у нас времени? На циферблате 8 минут. Кривцов ведет саперов. Да? Кривцов. Кривцов и есть Вагнер. В смысле? Откуда у них карта? Кто еще знал про Таганка? Кто всегда был в курсе расследования? Кто всегда был рядом, а потом куда-то пропал? Здесь нет, потому что он точно знает, во сколько она рванет. И уйти он не может до тех пор, пока не повесит все это на меня. Как мне еще сказать, чтобы ты меня услышал? Для таких обвинений нужны серьезные доказательства. Мишень. Что ты делаешь? Что ждать, пока по Москве уйдет? Я вынесу ее хочу, там есть туннель вниз. Считай колодец, туда и сброшу. А если вернуться не успеешь? Вместе пойдем. Закрывай, тихо. Взяли? Ты взяли. Тихо. Миша, прости. Прости, полежи. Начинай передачу. Живей! Thank you.
Все хорошо, Паша. Все хорошо. Куда шли? Уезжаешь? Барон мне сказал, где тебя найти. Уезжаешь? С ним? Даже не попрощалась. Зачем тебе это? Все же закончилось. Жизнь начинается. Без него зачем? Да что? Он не придет. Так почти 10 лет. Да, надо, конечно, признать, спец он первоклассный. Жаль, не удалось взять его живым. А я ведь общался с ним лично, когда он еще в качестве милиционера Сазонова искал сам себя в лице художника. Никаких подозрений не возникало. Тело так и не нашли. И не найдем. Ни черта там не осталось. Так, а почему он бомбу-то вынес из-под Кремля? Ну, тут уж... Миша? Как вы? Как слух? Спасибо. Лучше. Почему Вагнер вынес бомбу? Не знаю. Послушайте, Вагнер же тоже не дурак. Он понимал, что рейху конец, Мишка его плотно обложил. Куда ему бежать было? Может, надеялся на снисхождение? Миша, а вы как думаете? Да, возможно, да. Ну что? Будем представлять вас к награде. Спасибо. Вам спасибо. Выздоравливайте. Миша. Миш, ты молодец. Я... Понимаю, что ты чувствуешь, Сазонов был тебе другом, а теперь ты молодец. Отец будет тобой гордиться. Андрей Сергеевич, есть один момент. Я уж там не стал. Перед тем, как уйти, Сазонов передал мне папку. Папку? Да. Со слов я понял, что там... Что-то связанное с Петровым, с Вагнером. Я решил сам разобраться. Ну и что в этой папке? Там много. Все зашифровано. Ты уже отдал ее нашим шифровальщикам? Не успел. И где она? У меня дома. Меня на пару часов отпустили из больницы, я... Миш, ну чего ты ждешь? Возвращайся в больницу. Слышал, что Меркулов сказал? Никуда не денется твоя папка. Подождет. Поправляйся.
Миша? А почему вы не в госпитале? Да выключите вы музыку. Тебе просил передать Сазонов, если не вернется. Москву, вообще Куровской с Урала возвращается. Когда время и место известно? Груз мы забираем. Дальше поедете порожняком. Перегружайте все в эту машину. Костюмчики тоже. А что в ящиках-то? Елочные игрушки. Thank you.